Эх, красивый сундук все-таки. Красивый. А когда еще заполнен, так вообще фантастический, да? О, себе, а? Сет зачинщика. Рассекатель. И драконобой. Фантастика. Интересно. А за сколько хелей можно выбить подобную амуницию? Друзья, всем огромный привет, с вами Харни, мы продолжаем, и это Фростборн. Скол? Скол! Конечно же, Скол. Как ты понял, речь пойдет о наших любимых хелях. Вот такой сундук я приготовил, он абсолютно пустой. Э, да, нам явно его не хватит, придется сюда ставить еще один подобный сундук. В общем, давай посмотрим, сколько будет лута за 10 хелей, и выпадет ли за 10 хелей Э, ну, допустим, вот что-то из этого вообще, да? Э, шансы большие, что выпадет какой-нибудь кусок зачинчика. Напомню тебе, это топ, просто топ-сет для ПВЕ. 20% по монстрам, еще 10, плюс скорость бега дикая. И защита от монстров 15 и 15, 30. -очка. Для ПВЕ против монстров это лучшее вообще в игре. В общем, поехали, поехали. Каждого хеля, которого будем убивать, вот сюда будем складывать. 10 штук. Хель номер один. Я думаю, с механикой кила ты уже знаком. Ничего сложного. И, 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 и ну, пойдет, пойдет. Сразу до кучи берем хеля номер два. Смотреть будем исключительно шмот, печати. Вот самая главная ценность. Четыре вещи, один вепон и две печати. То, что нам выпало, да? Поехали. Это, это, кстати, тоже неплохо. Это тоже падает на хели, но это расходник. Поэтому, как ты понял, я его буду юзать. Погнали. Последний штришок. Хель номер два повержен. Давай, дружище. Не успел. И... Совсем другой лут Смотри, уже две печати Неплохо, неплохо Я не скажу, что прям вперло топ Но неплохо И это всего два Поехали дальше Начало не бодрое вообще Нормальное начало, блин Держи, дружище Мужчина, мужчина Мужчина очень близко Ужас какой, представляешь? Забыл снять арбалет просто забыл снять арбалет с горячки. ё уничтожил. Э, хель номер три, друзья. Неплохо. Целые два оружия дали. Никакого зачина, да. Все, в принципе, по-старому. Э, Все по-старому. Ой, как же жалко, блин, арбалет. Ну ладно, не, не жалко. У, у меня еще штуки 4. Сразу же запускаем хеля номер 4. Эконом режим, так сказать. Ха-ха, грязь, да, проклятый лук. Ну да, это, это не солидно, это не серьезно. Тем не менее, да? Э, когда с хорошим апкастом даже этот фантастический лук, блин, зарулит. Хель номер 4 это будет быстро. Да, когда я сказал, что это будет быстро, это была шутка. Уж с какой! Фи Фиговым оружием, это прям вообще мрак. Да пофигу, откисай. Ха-ха, идиотизм. Слушай, это, это такие приключения, да? Ну, то есть, когда ты в идеальной сборке, у тебя все фантастически. Когда ты э, в неидеальной, все вообще не фантастически. Ладно, фиг с ним. Добились горем пополам. И, э, конечно, ни, никого не волнует, что ты мучился с каким-то однооружием. Да, пока что что-то как-то не очень нам прет. Хель номер пять. Поехали. Буквально справился за две грибные похлебки. Ну то, что он легкий, это понятно, да? Можно было и убегать, и что-то. Что то Чего убегать то Что убегать? Чик, хорошо, да? Оружие дали, уже хорошо. Ну, в принципе, в остальном все стандартно. Пойдем, объединим все в кучу, посмотрим, сколько уже за 5 хелей. Чуть-чуть тут может, значит, меняться, да, в том плане, что вот тут были штанишки у нас Э, тяжи, да. Но по факту я оставляю нужное количество, как мы с тобой выбиваем, да? И вот, видишь щиты меч северян, я заюзал, когда мы с тобой бомбили. А, совсем недавно. Как его там называли этого бомжата? Ничего он меня так серьезно доказал! Йоргун неверный. Но это совсем другая тема. Вот. Ты всегда можешь этот ролик в плейлисте посмотреть, как я с Йоргуном неверным, да, обкакался. Я не знал, что залучника его нельзя убивать. Ну как? Ничего так, да? Вот эти что же штучки учитываются? Ну пойдет, пойдет. Мне кажется, вполне, да, адекватно. Этот сет у меня уже с собой был. Еще 5 хелей. Погнали. И это у нас хель номер 6. Посланник хель. Мужчина, вы у меня шестой, представляете? Сам в шоке. Ну не фартануло тебе с циферкой. Ну чего ты, суеверный что ли такой? А если ты в зачине не догоняет, если ты в сирене не догоняет. Ну вообще никак не догоняет. Да падай уже. Молодец. А, хорошо, да? Хорошо. Все-таки количество мы берем. Смотри. Во-первых, две сирени дали. Ну, зачина так и нет. Но тем не менее. Во-первых, две сирени. Во-вторых, лопата. елы палы Фантастическое оружие. Против. А теперь я уже знаю. Йоргун неверный. И Голем, конечно же. Шикарно, шикарно. Погнали за седьмым. За седьмым э, мы особо гнать-то и не будем, да? За седьмым нам вообще все просто. Просто выходим в глобал, выходим из семьи, готово, да? Номер семь сразу прям с куста снимается. Чик, хель номер два, грязь, до свидания, хель номер два. Сам до сих пор в шоке, серьезно. Сам в шоке. Ну что, номер семь. Я уже не освобождаю себе всю локацию. Я освобождаю пятачок. Вот видишь от него, да? И пошла тема. Вот он мой пятачок. Все, я на этом пятачке буду бегать, да, и отлично как бы справлюсь. Мы можем вообще в трех соснах его убить. Вот видишь, раз сосна, два сосна, три сосна. Ну грубо говоря, хель номер семь. Ой, хорошо, слушай, дракона бой. Я знаю, кто ты, я знаю что ты. Давай, до свидания, бомж. Э, неплохо. И вот мы подошли уже к хелю номер 8. Сам в шоке. Ну, как бы килл, как килл, да? Ничего особенного. Вот только в конце чуть затупил. До свидания, дружище. И, ну давай. Зачин. Нету зачина. Блинчики. Слушай, это уже восьмой. Это уже восьмой хель. Сам в шоке. Давай посмотрим, что будет с 9 Иногда бывает, тебя поставят вообще вот, ну, ну не там, где надо. Мне удобнее снизу бомбить его. Я просто привык, да? Банально. Мужчины, поехали. Собираем паровозик, да, все как обычно. Чуть-чуть зачищаем территорию. Можно сильно не мучиться. Э, во всяком случае, ну вот раньше, да? Я полностью очищал весь низ. Не, сейчас я даже низ полностью не очищаю. Половинки хватит. Давай, друг, не стесняйся. И хель номер девять. И у нас остается последний, друзья. Последний десятый. Блин. Да. Ну вот как-то так. В общем, смотри, зачина выбить с хеля, это вообще, я не знаю на какой, на 50-й раз и то, кому как вопрет. Погнали отсюда. Ну что, заключительный, десятый хель. Или хель под номером 10. Ну а потом, потом самое интересное. Сколько это будет весить в граммах? А точнее, 10 хелей в котел. Поехали. Мужчина уже заждался. Чем больше ты бомбишь его, да, тем проще, конечно. Ну, то есть все легче, легче и легче. Уже до автоматизма, серьезно. Ну, настолько прям просто. Можно хоть по кругу от него бегать. И зачинчика нам не дали. Увы и ах. За 10 хелей не выпал. Почему? Ну потому что, блин, зачин это зачин. Зачин это дичь, зачин это грязь. Ну а теперь самое интересное. 10 хелей. Сжечь? Сжечь, как сказал безумный Король, все сжечь. Так, давай нарядимся в мага. Да, определенные вещи мне очень жалко будет сжигать, да, потому что они мне нужны, они мне важны, я за эти классы бегаю. Но, 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 да? Ну вот, вот это вот, это же дикость, да, сжечь их. Поэтому мы просто посмотрим количество очков и приплюсуем. Да, ездить придется неоднократно, да? Увы, ах, смотри-ка что, беспредел. Здесь и еще вот здесь вот. Все, мы с тобой забиты полностью. На мне все одето, все одето, выбитое с хеля, да? И это все хель. Жесть вообще. Грязь. 10 хелей. Поехали. Вкидывать будем через популярный район, через стандартный котел. Ну, то есть, что значит стандартный, нестандартный? Грубо говоря, у этого котла 100%. А вот если у тебя уровень района 200 или 107 или 179 короче дикость вообще ну тогда да тогда прибавляй к этим очкам еще дополнительно 100 процентов то есть если мы вкидываем на 1000 очков то ты прибавляй и получишь 2000 очков отличный класс. Громила, а чё нет, подходит, да? Запомнили, 80 очков мы в конце, значит, отнимем просто. Поехали. Да, это, это самое ценное, да? Самое ценное, это, конечно, жетоны. 700 очечей. 700 очечей за 14 кулонов. Соответственно, ты бы получил 1400, если район вкачан в максимум. Вот эти медальки тоже хорошо. Оружие тоже. Да все здесь хорошо. Ой, хорошо, да? Громила-магромила, громила-магромила, фантастический мужчина. Блин, мне вот эти сеты нужны, короче, мне все это надо. Но все-все-все ради, ради, ну ты понял, э ради экспилярмуса, эксперимент. Ну чуть-чуть, смотри, штанцы убийцы я чуть-чуть покоцал, я их пользовал, да. Ну там небольшой басрин словил, ну в принципе его надо было постирать, но ну, видишь, забрали же, забрали. Ну и все, если забирают, пускай забирают. Это все тоже в котел. И это в котел. Слушай, даже, даже вот, вот, вот это даже жалко, да? Копье зачинчика и молот. Ну, это не такие классные. Пожертвовать. Не слабо, да? Не слабо. И это еще не финал. Поехали назад домой. Так. Забираем наши остаточки. О, хорошо, да? Не слабые остатки такие. Ну давай вот так на на нарядимся. Естественно, да, если ты не прокачиваешь уже профессию, если ты уже красавчик вкачанный, ты представляешь, сколько это шмота. Воюй, не хочу, да? Ходи на сокровища великанов, ма, великанов в соло, если ты соло-игрок. Тренируйся в конце концов. Есть в чем, есть с чем. Это очень важно. Плюс он давал нам много аптек да, ну там чуть-чуть грибных настоек, того всего. Самое главное, тебе дают оружие, броню. В общем, ну ты видишь, да, и воюй, и воюй, блин. Ну, эту профессию все, мы вбили, да, по фактику. Двинемся сейчас дальше. Так, вот так вот, да? Вот так вот. Ништяк! Стоять! А ровнее можно, ребят? Как бы нам поровней-то это красиво. О, да! О, да! Прям равнитечком. И отними 80, которые были вбиты, да? Хорошо, блин! Ну вот, чем не класс, да, Берсерк третий, а? Красавчик, голем рвет. Слушай, вообще, очень классный ПВЕ. Ну, и ПВП крутой, наверное, но ПВЕ тоже очень крутой класс, да? Поэтому, поэтому. Так, 140 очков уже. Ну и как мы договорились, да, рассекатель и драконобой я не буду сейчас вкидывать, я лишь очки зафиксирую. Так, 438. И у нас было 2800. Получается, 3156. Ура! Огонь, огонь, блин. Отсюда вывод, слушай, профессия третьего класса. Через обычный котел, не через фантастический задротский, когда уровень твоего хейма 190 или там 1900, блин, уж какой, да, 30 хелей. Представляешь, 30 хелей и твоя профессия готова третьего левела. Супер! 30 хелей и ты просто чемпион. Получаешь нужную тебе профессию. Я не знаю, мне кажется, это круто. Сколько это по времени? Друзья, всем, кто попал в видео, огромный привет. Сколько это по времени? 30 херей, ну, грубо говоря, 30 дней, да, тебе нужен лишь один твинк и готово. Но можно справиться за гораздо меньшее время, если у тебя будет 2, 3, 4, 10 твинков. Вот так вот. Харди изучил класс Громила 2. Эх, хорошо, блин, мечтал об этом классе. Не третий, но тем не менее. Супер, да? Класс, теперь я всю как обезьяна прыгать. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Если понравился ролик, если тебе будет полезна эта инфа, ролик, да, достаточно долго я готовил, ну, неделю, честно, не больше недели, наверное, за 5 дней где-то справился. Как все есть в плейлисте, смотри. Я бомбил за раз по 3 хеля, да, два раза из этой десятки я бомбил... По три хеля за раз, блин, просто. За 15-16 минут, без шуток. Конечно же, оцени ролик луксом. Ну и удачи тебе. Скол! Скол! Пока-пока!